Доброе утро всем, кто присоединился к нам сейчас. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17 градусов. Ночью в горах до 10 тепла, днем от 17 до 22. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь с грозой, ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха 15-17 градусов, днем воздух прогреется до плюс 31. «Камни верны времени». Под таким названием вышел в свет новый поэтический сборник народного поэта Башира Батчаева. Его многие стихи легко ложились на музыку и в исполнении известных артистов в нашей республике стали известны. Какие из своих песен любит сам автор и к чему обращено творчество поэта, расскажет Альбина Ламкова. Арчаны бегек жашын, түнкесінен өгерлікке сайлайды. Бір жарлыны үзме яшын, ау милетіні қиынла жашайды. Эта песня известна и любима. В ней воспевается священный камень карачаевского народа. Его образ связан с национальным героем Карчой. Камень находится недалеко от дороги, и благодаря истории Карчи красивое место в горах теперь священное. А для творческих людей, таких как Башир Батчаев, сказания о нем послужили вдохновением для стихов, которые позже стали известной песней. Так, две песни есть. Но из этих песен, мне самому, которые по душе, есть несколько песен. Одна песня, которую делал супруге, там посвятил, которую исполнял мой сын Казбек. Песня «Камень Карачая» – это реликвия карачаевского народа в Бучкуланском ущелье. А потом вторая песня связана с фамилией. Эту песню поет Лидия Батчаева. Потом Байкулов Султан поет две песни, но там основная песня «Тинатала» – «Наши предки». В творчестве Башир Батчаев 20 лет. Он автор стольких же книг. Башир Османович пишет как на карачаевском, так и на русском языке. «Камни верны времени» – новая книга поэта. Те стихи, которые я печатаю в одной книге, на другую книгу не пускаю, потому что это равносильно, что конь не бежит и стоит на месте, топчется. И в основном тема интернациональная, гражданская, патриотическая. Ну, иногда и социальную сторону трогаю. Стихи о справедливости, стихи о любви, о природе. Доброта людей, красота, воспеваемая в стихах Башира Батчаева, его неподдельное чувство гордости и любви к родной земле не оставят равнодушным никого. Природа нашего края, горы и реки, служат основным вдохновением для поэта, а также все, что может затронуть струну души, говорит Башир Османович. Неравнодушие ко всему. Жизнь народов, допустим, там и социальная сторона. Там и красота природы, и то, что есть, все хорошее вот это. И, конечно, затрагиваем и другие темы, и философские темы, чтобы глубоко там все-таки человек, чтобы мог задуматься о жизни. Башир Батчаев уверен, что толчком для его творчества послужила красота родного селения – аул Верхняя Тиберда и его жители. А первое его стихотворение «След ладони на стене» было посвящено матери, благодаря чему любовь поэта к творчеству стала неиссякаемой. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14:30 с ведущим Ашимезом Пхешховым. Хорошего дня, до завтра. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-5-45-70 и 8-925-711-98-90.